А, реально, нихуя, слышишь? О, нихуя. В прямом эфире ебашит. Нихуя, блин. Сколько лет? Ура, победа, ура, победа, ура, победа. Что? Woman. Ну, вы, мы, ты. Оно, она, они. Нихуя. Прикольно. Хочешь выделиться? У нас через окно в школе съебывали с первого этажа. Куда, блять, в гроб? Осуждаю. Нет, на улицу. Охуеть. Там, там же не высоко. Блядь, линзы сними. Да заебал. Санкционочка подъехала, кстати. Когда моя мама увидела, что я купил себе VR-шлем, она сразу поняла, зачем я это сделал. Поэтому каждый раз, когда она брала в руки джойстики, она всегда протирала их влажной салфеткой. Но я его купил ради симулятора граффити, потому что я очень много рисую, а там бесплатная бесконечная краска. Рисуй сколько хочешь. Дома. Я его сразу установил и начал рисовать. И в процессе очень много нужно было сидеть на корточках, чтобы низы делать, вот так подкрашивать. И у меня затекли ноги. Ну, я встал на колени вот так вот. Стою, рисую, а в процессе еще как бы, ну, нужно баллончик встряхивать, да? Я его трясу, а все никак не трясется, не работает анимация. Да, мужик, мы тебе все поверили, всем чатам, прикинь. Он живет с мамой? Да, зачем он с мамой живет, блядь? Типа... Я думаю, погоди, это мама с ним погоди, живет. А, здравствуйте, вы где работаете? Ну, я граффити рисую. Охуенно. Блин, ребят, мы реально все верим в эту охуенную историю, блядь. Особенно с человеком, у кого волосы, блядь, дыбом стоят. Особенно у человека, которого пиздят. Что ты имеешь против, когда волосы дыбом стоят, я не понял. Ну, тут его ёбнуло током, наверное. В игре, думаю, может быть, не откалибровано, я его и вот так трясу, и вот так вот. Именно в этот момент, мать... Еблан, к нему мать приехала. А зачем она к нему приехала? Ты сначала, блядь, перед тем, как обзывать, ты сначала подумай, что из чего исходит, понимаешь? Мама зашла пригласить меня к обеду. Сынуля, иди кушай. Ой, да, сейчас, мам, подожди, давай. Чел сам свою мать изобразил или что? Бля, странная хуйня. А вот это неплохая, слышишь? Вот это неплохая, Мартин. Хорош. Чикай быстрее ты. Сынули, все хорошо. Извини, что без стука. Ты занимайся своими делами, да? Господи, какой кошмар. Бля, пиздец, меня так раздражает, блядь. Вот ты че, сука, тут на 5 минут пиздишь, блядь? Да-да, да, победи. Смотрите, кринж, кринж. Победи. Победи. Блядь, пожить, пожить. Жить. Живой, как говорится. Вот, работа-то идет, она родимая. Где работа-то? Компания Universal после санкций. Блядь, иди нахуй. Ай, блядь, сука, нахуй, блядь. Ёбаный, блядь, своими, блядь. Блять, короче. Хуйню, блядь, довели, блядь. Мерзость. 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 Это реально здесь, что приходит на ум? Бля, мне не знаю, мне кажется, это какой-то мем не смешной, блядь. У пацанов КД, блядь, через минут 5-10 спадает. У кого там ребенок орёт, блядь? Цирилла. Извиняюсь. Цирилла, а что за хуйня у тебя там? Дети. Я думаю, это лучшее за сегодня. Вова, вырубай стрим, лучше не будет. Это пиздец, слышишь? Ой, блядь. Попка, блядь. Thank you.
Эй, ты чё, дурак? Говоришь на меня, переводишь на дебетовую карту от Тинькофф Блэк. Это реклама! Ты еблан, это не реклама, блядь. Это реклама! Там была ссылка, я смотрел TikTok, там была ссылка. Это не реклама. Вов, ты реально думаешь, это не реклама или что? Нет, я не думаю. Это пиздец. Но это настолько охуенная реклама, блядь, если это реклама. Что, пошел ты нахуй. Тебе тоже заплатили, может? Нет. Дрейк, ты проебал. Я не всегда буду включать, ладно, чтобы не заебало. Да-да-да, ладно. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Как узнать, включен ваш компьютер или... Заходим в браузер, вбиваем сайт ismycomputeron.com и... Да, наш компьютер работает. Бэм. На данный момент происходит Конечно. Психологическое давление на меня. Она хочет гулять, но ее взгляд не сильно убедительный. Царевич хочет домой. Ну тут, блядь, победа, ну согласись. Сейчас я тебе все расскажу. Камер здесь целая куча. Думаю, тот, кто их ставил, был готов к тому, что их обнаружит. Всего 64 штуки. Челленджи. На входе слышно едина. Хуля ты не дома. Мадина, у нас с братиком ш. Вина? Почти 20 сантиметров. Вот такая нестандартная лужа ежегодно появляется в этом дворе. Люди с одного берега на другой прокладывают себе путь вот такими досками. Но и они не всегда помогают. Те, кто посмелее, соревнуются в ловкости. Например, перепрыгивают эту лужу. Но не всех это получается. Охуенно, бля, профессионал. Макинтош, бизнес-онли, знаешь мое имя. Кидаю ты, кидаю. Ох, блядь. Здравствуйте, я вот вам компьютер принес, у меня он синий экран вылез, посмотрите, пожалуйста, я его даже не отключал. Капец, как вы до этого додумались? А как же мне еще показать ошибку? Подключите его, пожалуйста, давайте посмотрим. Сейчас подключим, посмотрим. Не, ну синий экран-то есть, но вы могли просто сфоткать этот экран и прислать мне. А что так, можно было что ли? Да что-то какой-то мем с одноклассников были, блядь. Это психоделика, блядь. Что-то, блядь, прям, ну... Мем с одноклассников прямиком сбежал. Ой, блядь, думал, с сиськами голыми идет. Господи, показалось. Фух, блядь, я ж перекрестился. Блядь, я не могу это... Какая последняя операционная система Windows? Ну, выключил компьютер. Десять лет спустя мы возвращаемся! Мы возвращаемся! Мы возвращаемся! Мы вернемся! Клэш оф Кланс, нахуй! Неактуально, заблокировали.